Теперь и в Невельске можно смотреть премьерные киноленты и мультфильмы, благодаря кинозалу, открывшемуся при Доме культуры имени Невельского. 5 августа состоялись первые кинопоказы. В рамках торжественного открытия кинозала для детей социальных категорий был организован благотворительный показ, спонсором которого выступила компания «Арго», руководитель Елена Ким. Поздравляю всех жителей Невельского района с сей знаменательной датой, с открытием нового фирменного современного кинозала. Поприветствовал детей и их родителей мэр Невельского городского округа Владимир Пак. А сегодня мы будем со всей страной смотреть все новинки вместе со всеми детьми, со всеми взрослыми по России. Глава района вместе с детьми перерезали символическую красную ленту, и группа юных зрителей прошла в кинозал. Каждый ребенок получил очки для просмотра фильма в 3D-формате и угощение – стакан попкорна. При начале сеанса дети не скрывали эмоций от происходящего на экране. По их завороженным лицам было видно, что им все нравится. Ведь среди них были и те, кто впервые познакомился с современными технологиями цифрового кинематографа. Мне нравится тут очень места, мне нравится весь кинотеатр. Новый кинозал оборудован по последнему слову техники – цифровым 3D-проектором, многоканальной системой звука и экраном. Да, отлично. Вообще для Невельска самое то. Как звук, изображение? Звук отличный, да, и изображение, все. Все настоящий 3D? Да, очень понравилось. Все интересно. И просто шикарно, что именно здесь построили его, близко, рядом. У нас открывается кинотеатр, то, что теперь мы можем тут смотреть и не выезжать за пределы города. В зрительном зале общей площадью 96 квадратных метров установлено 46 удобных кресел. Утвержден и график работы кинозала. 4 раза в неделю, четверг, пятницу, субботу и воскресенье по 5 сеансов в день. Обновление репертуара фильмов будет осуществляться еженедельно. Не успел открыться кинозал, как люди, удовлетворяя свой интерес к новому объекту досуга и развлечений, купили в первой половине дня более 130 билетов на предстоящие сеансы. А посмотреть есть на что. Репертуар подобран с учетом разных предпочтений киноманов. Это и мультфильмы, фантастика, боевики, ужасы. Билеты на сеансы можно купить непосредственно в кассе ДК, а также через интернет. Цена от 150 до 250 рублей. Проект кинозала был реализован благодаря поддержке со стороны правительства Сахалинской области и стал 11-м среди муниципальных образований региона. Виталий Войко, Евгений Романенко, Невельские новости.